Ты же прекрасно знала, что этот час настанет. Знала, но не думала, что он будет столь ранним. Мне нравится твое чувство юмора. Ты догадываешься, зачем я сюда пришел? Ну уж мне уроки учить, это точно. Поэтому я буду краток. Ну уж постарайся, а то у меня дел много. Не до тебя мне, короче. У тебя такая прическа смешная. Сейчас тебя будет не до смеха. Здесь то, от чего не сможет отказаться ни одна девчонка. Там твой дневник, в котором одни пятерки. Скоро и он там будет. Учти, это мое последнее предложение. Оно и понятно, что последнее. Все родительские деньги спустил, небось. Оно того стоило. Может, просто стоит учиться и не прогуливать уроки? Одно твое слово, и это все может стать твоим. Мелковато как-то. Ты не оставила мне выбора. Ничего себе, какой у тебя тут выбор. Ты не посмеешь. Ты плохо меня знаешь. Ты не посмеешь. Ты не посмеешь. Хулиган, двоечник, прогульщик, дебошир. Ну и плохо я тебя знаю. Надо было и кляп с собой взять. И как же ты, горе-шантажист, тогда узнал бы, где она лежит? Ну и где она лежит? В Караганде. Думаешь, я прям тебе так сразу и скажу? Это же твоя любимая игрушка. Посмотрим, из чего она состоит. Только попробуй, потом ты из того же будешь состоять. Как мы разволновались. Одно твое слово, и это все может прекратиться. Есть у меня для тебя пара слов, но воспитание не позволяет их произнести. Оставь игрушку в покое! У меня осталось последнее средство. Давай его быстрей и закончим с этим, а то у меня руки затекли уже. Одесса. Эх, опять не вытерпела. А ведь он мог меня поцеловать.